Молочные реки текли в минувшие выходные в столице республики. В Чебоксарах прошел 5-й традиционный фестиваль молока. И рассказывает о нем наш корреспондент Татьяна Молокова. Облачная, без прояснений, с осадками в виде молока. Чебоксары-арена превратилась в молочный рай. Тут и конкурс на самую вкусную продукцию, и молочные маски, и дегустация на любой вкус. Как название кефира? Шесть крупнейших производителей молока, молочных продуктов, сыров представили на фестивале свои экспозиции. Попробовать их продукцию, вкусную, качественную и полезную, мог любой желающий. Всего в Чувашии работают 16 предприятий, которые перерабатывают 200 тысяч тонн молока в год. Причем их общую мощность можно увеличить до 370 тысяч тонн. При общем дефиците молочной продукции в России 8 миллионов литров Чувашия себя полностью обеспечивает и даже часть вывозит за пределы республики. Предприятия, которые находятся на территории Чувашской республики, они способны конкурировать с любыми ведущими производителями молока и страны нашей. То есть у нас молоко, я считаю, очень качественное. И сегодня из инвестиционных проектов готовятся два проекта. Пока рано немножко о них говорить, но проектируются. Это вот один крупный завод в Чебоксарах и также инвестиционная площадка, как вы назвали, уже Изамбаевский завод. Тоже они будут расширять производство. Кроме этого, Ядрин молоко. Тоже вот каждое предприятие ежегодно вкладывает очень много инвестиций, расширяет линейку. По данным Всемирной организации здравоохранения, человек в год должен потреблять до 330 килограммов молочной продукции. В Чувашии по статистике эта цифра 256 килограммов. Производители готовы к увеличению спроса. Сами себе полностью обеспечиваем, излишки молочной продукции вывозятся. Это во-первых. Во-вторых, сегодня мотивация для производителя молока, она намного стала лучше. Хозяйству научились прибыль зарабатывать. Предприятия молочной промышленности Чувашии получают государственную поддержку. На развитие молочного скотоводства в 2016 году предусмотрено 347,5 миллиона рублей. На сегодняшний день аграриям уже выделено порядка 300 миллионов. Татьяна Молокова, Олег Якимов, Республика.